Всем привет из Сиднея! Сегодня мы продолжим прогулку на пляж Мэнли. Для тех, кто пропустил первую часть, есть ссылочка наверху. Причалу более 150 лет. Сейчас это современный комплекс с барами, ресторанами, развлечениями. Здесь всегда очень оживленно. Давайте прогуляемся. Бары, кафе под открытым небом. Очень живописно и тепло. Можно взять в прокат лодки или доски. Здесь очень спокойная вода. Приятно покататься. Это главная пешеходная улица Де Корсо, которая соединяет причал и пляж Мэнли. Здесь много магазинов, кафе, баров. Еще Новый год продолжается. Рынок выходного дня. Веселые картинки. В Австралии девушки очень любят такие украшения. Их можно увидеть везде и всегда очень популярны. Традиция взять fish and chips и отправиться на пляж обедать. Это большой отель, бар, ресторан. Здесь можно остановиться, переночевать. А вот и пляж Мэнли. Я давно не видела здесь столько людей, особенно в воде. Это очень удивительно. Вот люди стараются купаться между флагами. Это безопасно. Иначе дальше сильное течение может унести в океан. Даже не хватило всем на пляже. Обычно здесь свободно идешь и иногда встречаешь людей. Но сегодня ты идешь среди людей. Такое возможно только в первые дни Нового года, выходные. Впереди виден небольшой пляж Шелли Бич. К нему идет красивая пешеходная тропа вдоль воды. У меня есть видео об этом пляже. Ссылочка наверху. Вдоль пляжа Мэнли растут деревья, похожие на сосны. Только это не сосны, а какие-то хвойные. Это один из лучших пляжей в Австралии и настоящий рай для любителей серфинга и прочих видов спорта. Здесь всегда бурлит жизнь, играет музыка, веселится толпа и купаются сотни отдыхающих. Надпись на доске: «Твой худший день серфинга лучше, чем твой лучший рабочий день!» Прокат досок. Зайдем в ресторанчик. Хочу показать вам мое любимое место на северных пляжах, недалеко от Мэнли. Это прогулка между двумя пляжами Kirkoil Beach и Freshwater Beach. Здесь просто захватывает дух.
эти пляжи не такие популярные, как Мэнли. Здесь нет магазинов и баров. Это место для семейного спокойного отдыха. На камнях здесь всегда рыбаки. Это довольно опасное занятие. Соль из океана. Здесь также есть бассейн с водой из океана. Спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь, если было интересно. С вами был комментатор из Сиднея. До свидания!